Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. На канале постоянно то мясо, то птица. То мясо, то птица. С редкими вкраплениями то тортиков, то какой-нибудь там выпечки. Я считаю, что иногда надо пройтись и по морепродуктам. Сегодня хочу приготовить имбирно-чесночных креветок с овощами в сладком чили соусе. Будет просто бомба. Список продуктов и основные этапы рецепта в конце ролика прочитаете. Сейчас приступим. Креветок купил вчера замороженных, и ночью они у меня оттаивали в холодильнике. Это сырые креветки, сырые такие, порода гамбас рохас, то есть красные. Не смотрите, что они красные. Видите, у них мясо такое, как будто полупрозрачное. А вот после варки оно становится белым. Естественно, надо вытащить пищевод из них, или кишку. Короче, очищаемся. Мариновать я буду, как уже сказал, в чесноке и имбири. Минуток 10 им хватит. Так, натру на терке, чтобы получилась эдакая паста имбирно-чесночная. Очень ароматная и острая. Теперь сюда немного соевого соуса для солености креветок и немного кунжутного масла. И перемешать. И вот в этом всем и будут они лежать. Все, пусть пропитываются ароматами. Я пока нарежу все овощи, начиная с лука-порея. Да, сразу не сказал, можете любые овощи из этого набора удалять на свой вкус. Все равно будет вкусно. Не хотите порей использовать? Не используйте. Не хотите морковь? Забудьте про нее. Перец сладкий вам не по душе, то в топку его. Но на мой вкус, чем более разнообразный овощной набор, тем вкуснее блюд получится. И грибы здесь тоже в тему. Но вы можете со мной не соглашаться. И брокколи очень хороша. Да и красивы к тому же. Вот эти соцветия, бутоны такие, они же яркие. Ну и напоследок еще и стебли чеснока в дело пойдут. Все, с подготовкой завершил. Все нарезано, можно начинать обжарку. Как раз и креветки уже промариновались. Идеально, конечно, было бы все это обжарить в воке на очень мощной горелке, но у меня, к сожалению, такой нет. Буду обходиться тем, что есть. Опять кунжутное масло. Так как мощности плиты недостаточно, придется обжаривать все по очереди. Начну с креветок. Как только они обжарятся, откладываем в сторонку и принимаемся за овощи. Вот так. Красавчики. Видите, какие они белые стали? Вот. Вот это вот готовые. Так, ну а теперь овощи. Вернее, сначала грибы, ну и лук сразу, порей. Готовим все на сильном огне, причем до полуготовности. Это, конечно, не очень удобно. В оке бы за пару минут все вместе овощи бы приготовились. Так, лук с грибами откладываем. С ними уже все в порядке. Теперь сладкий перец и морковь. Естественно, периодически помешиваем, чтобы не подгорало ничего. Все, можно добавлять все остальное, то есть брокколи и чеснок. Очень быстро готовится. Сейчас пару минут еще, и можно за стол садиться. Возвращаем сюда лук с грибами и креветок.
Отлично. Остается добавить сладкий острый чили соус. Я использую готовый. У меня полностью по вкусу устраивает. Да, и еще немного соевого. Ну, так, чтобы посолонее чуть-чуть было. Соль же это у нас усилитель вкуса. Готово. Как видите, все очень быстро. А если есть горелка газовая, большая и вок, то еще быстрее. И немного кунжута для красоты. Ну, начну, конечно, с креветок. Я же готовлю креветки чесночные, имбирные, в сладком чили соусе. Ой, они пахнут так классно. И берем чесноком, конечно, креветками жареными. Очень классно. Яркий вкус, насыщенный. За счет соевого соуса солоноватый. За счет чили соуса сладкого, сладковатый, такой очень богатый. Так, ну сейчас чего мне? Сейчас грибочка, наверное. Грибочка. Идеальный вариант, конечно, были бы шиитаке. У них такая текстура интересная, они такие стеклинистые, как хрумтят, что ли, и при этом достаточно нейтральный вкус, они очень хорошо все вбирают разные вкусы. Но шампиньоны тоже очень-очень-очень, прям классно. Ну и, конечно, брокколи. Брокколи тут зелененькая. Она не доготовлена до конца. Она еще такая хрумтит, слегка хрум-хрум, овощи стир-фрай. Очень классная. Вот именно это состояние мне нравится. Мне не нравится, когда овощи разварены в кашу. Прям это вот не то. Вот состояние, я накалываю вилочкой, я прям чувствую, как она сопротивляется такая. Она уже не сырая, конечно, потому что мягче идет вилка, чем сырую. Но вот уже... Отлично. По консистенции, как такой, знаете, как молодой огурчик такой. Вот его хрумкаешь, такой хрум-хрум-хрум. Он одновременно и сочный, и водянистый, и поэтому при этом сопротивляется к немного жеванию зубам. Это классно. Короче, это классное блюдо, классные креветосы. Единственное, конечно, не надо брать вареных креветок для этого блюда. Потому что вареные креветки, вы еще их обжаривать будете, они вообще превратятся в пластмассу жесткую. Нужно брать сырые. И не обязательно брать такие вот нечищенные. Я их для красоты взял, такие вот прям красивые. А так можно и уже очищенные взять, они, конечно, немножко подороже. Но я думаю, если прикинуть, по факту окажется, что еще и дешевле. Потому что, когда вы нечищенных берете, то сколько вы еще там этой чешуи голов выбрасываете, а тут уже они почищены. Ну, короче, прикиньте сами. И этих креветок в той же самой России, крупных тоже в том числе, можно взять в том же самом Metro Cash & Carry. Ну, по-моему, во всех крупных городах сейчас уже есть. На этом позвольте с вами прощаться. Напоминаю, по промокоду Фреска вы можете круто сэкономить, приобретая ножи Самура. Ну, естественно, на сайтах официалов у Samura.ru, Samura.org, в зависимости от того, где вы берете, в России там, или за границей. Не забудьте жамкнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Отдельное спасибо тем огромнейшим, тем, кто ставит лайки, дизлайки, репосты. Всем пока!